Дома, как с конвейера айсберги, и ветер рыщет по коридорам дворов, заблудший троллейбус в сторону ботаники и до окрестных холмов. Везет меня медленно, как будто пытаясь мою укачать печаль по этому городу, упавшему в ночь, как в раскаленную сталь. Гражданин одинокий, не ловите такси, здесь не ездят уже ничего. Забирайтесь в троллейбус, садитесь рядом, смотрите в окно. Этот город не плачет уже с тех пор, как последний дождь заморожен зимой. Как вам здесь живется? По горлам в ржавых огнях, потерявших покой. Рассвет. Я задержусь здесь, пока здесь еще есть те, с кем можно рядом идти по этому городу, по этим улицам, имена растерявшим свои. Не ступайте так громко, не будите каменных львов. Они еще спят, когда придет время, они все расскажут, все, о чем пока что молчат. Но вряд ли их будет слышно из-за грохота выстрелов и визгов больных тормозов. Как вам здесь живется? По соседству с посидевшими шкурами львов. Черному небу в надежде дожить до теплого времени, когда есть зачем жить, когда хочется жить. И верим, правит ответственно, раздавая долги и мешая листву гнилую, с грязью забытое